прошлое называется любовь. Там лежу разбитый я на тысячи кусков. В темноте прячу свою боль. Обернись ты моим сном и подари покой. Настя ушла в никуда, Настя, душа без следа гаснет. Вот уж беда, на свет пока не холода. Настя ушла в никуда, Настя, душа без следа гаснет. Но ты знай, когда буду на грани, как без любви в Париж, тебе путь обратно покажет луна, растворяясь в тумане. Когда буду на грани, как без любви в Париж, тебе путь обратно покажет. И ты улетела, забрав с собой все то, что мне подарить хотела. Оставив лишь грусть, ты сказала не вернусь. Нет, не вернусь, ты сказала не вернусь. Я думал, это сон, и я скоро проснусь. И засияет сердце так ярко. Но если тебя нет, я снова собусь. Сгорит. Вот я здесь стою. Снимает в киноэффекте. Киноэффект. Вот. Как работает вообще киноэффект? Вот давайте сейчас быстренько вкратце объясню. Вот, допустим, у вас есть объект, да, вот я тут стою. Я отворачиваюсь, и объект переносится на другого человека, допустим. Вот я отвернулся, он повернул на iPhone. Вот это объект. Вот так вот работает киноэффект. Вот. 30 кадров. Пока киноэффект работает 4К 30 кадров в секунду, но в iPhone 15 добавит 4К 60 FPS.